Всем привет, рыбаки! Приветствую всех любителей игры Fishing Clash. С вами, как всегда, Веталь, и вы на канале клана Днепряне. Итак, друзья, по традиции, перед началом ролика, лайк, подписка, комментарий, кто еще этого не сделал. И давайте приступим к сегодняшнему ивенту, ребята. Сегодня у нас новая рыба на локации Гималай. Это у нас обычная рыба, серебряный барбус. Давайте посмотрим, что у нас по ивенту. Что есть, чего нет. Ну, в принципе, я ничего такого не делал, только вытянул бонус от лицензии. Насколько было жемчуга? На 4,7, по-моему. Удочка у меня не родная. Ну и получается, рыбацкую битву почти закрыл. Осталось два первых места. Ну и по вызовам еще, естественно, ничего не закрыто. По поединкам тоже еще ничего не закрывал. Сейчас попробую вместе с вами порыбачить. Позакрывать серии поединков. Все возможные. Все, что получится. Так, 9-звездочный вытянул, 10-звездочный еще не ловил. Ну и получим результатом, не ловил. Прима у меня пока есть 4-я. И также напомню, ребята, что не хватает еще у нас пара-тройка активных игроков у нас в клане под названием Днепряне. Да, 3 активных игрока еще не хватает. 3 свободных места есть. Название клана Днепряне. Очки клана 18 тысяч. Тип клана приглашение. Если у вас минимальный уровень 150+, то, ребята, милости просим. Ну и также, опять же, напоминаю, что в обязательном порядке активная игра, активное участие в развитии клана. Если все эти параметры вам подходят, то welcome, как говорится. Ну что ж, давайте приступим к закрытиям поединков. Рыбацкую битву я еще оставлю. А потом я добью уже вот эти два первые места. Интересует, тут чуть-чуть осталось совсем у меня до третьей коробки. И апну на пятую приму. Ага, кстати, у меня четвертая, не пятая. Будет только пятая. Ну и попробую закрыть серию из 4 поединков. Серебряный барбус. Ну что ж, понеслась. French Island. Кстати, серьезный клан. Получил результат 3500 там с копейками. Не успел. Ну, сейчас пока на мультик покидаю. Первый поединок, чтобы не тратить усилители. И посмотрим, что получится. Так, 3400. Ну, кстати, на четвертую приманку довольно-таки неплохой результат. Сейчас посмотрим, насколько... Ух ты, на 4700 сразу потянул соперник барбуса. Ну, красавчик, красавчик. Там, скорее всего, прима не меньше 6 уже, а то и 7. Ну, хорошо, пусть будет так. Со старту, конечно, попался мне сильный соперник. Но он даже сдался. Ну и отлично, в принципе, это как бы мне на руку. Я не понимаю. Ну, лучшие результаты, получается, ищет в поединке. Так, да, прилетает третья коробочка. Альпинист, металлический сундук. 30 жетонов, 25 мультиков. Ну, удочки и пакет эпических приманок. Так, маленький пакет удочек, скорее всего, да. Кстати, по удочкам забыл показать, что у меня тут по удочкам. Ну, есть, в принципе, на каждую рыбу. Есть, можно даже склепать еще шестерку на новую рыбу. Но пока я не нашел нужной удочки, чтобы попробовать склепать на новую рыбу. Что у нас тут? Бонус соревнований 6,4. Есть, в принципе, все виды рыб. Да, серебряный барбус вытянул на 4,7. Так, и по навыкам, ну, понятно, дело на максимальном уровне. Новая рыба. Ну, и жемчуга 3 штуки у меня осталось. Поэтому я даже ничего не смогу, даже не буду пытаться ничего выкручивать там или перекручивать. Так, ну, поехали дальше. Попробуем серию поединков с новой рыбой закрыть. $3,597 на четвертую приманку был результат у меня. Так, прокачиваем на пятую. Кстати, золото у меня осталось 1000. Вообще смешно, конечно. Ну, пускай.
Надеюсь, на пятую приманку пойдет немножко веселее, конечно. Так, 3400. Ну, 5200 это нам неплохо довольно-таки. Да, за рыбацкую битву там еще за два первых места по 2000, в принципе, насыпят. Довольно-таки неплохо. Так, ну, 9-я. На 9 звезд проклевывают. Надеюсь, не то что надеюсь, а очень сильно надеюсь, что с первого раза получу закрыть серию поединков, потому что силы, как бы, и нервы не хватит начинать по несколько раз заново. Ну, если не получится, придется, конечно, начинать. Тут уже никуда не денешься. Как говорится, ничего не поделаешь. Так, ну, я думаю, хватит для победы. А там посмотрим. Да, есть победа. Отлично. Вторая. Так, ну, до четвертой коробки еще далеко. Даже если четвертую коробку забрать, здесь только 30 приманок дадут. А нужно 50. Поэтому придется пятую коробку забирать, чтобы на шестой уровень прокачаться. Ух ты, какой красавчик попался. С золотыми медалями весь обвешанный. Так, ну, попрошу я у него вот так вот. Так, барбуса на 3600 потянул. Так, ну попробуем перекидать. 3634. Да, сонар 100%. Как показал, так и есть. Ага, он перекинул, довольно-таки неплохо перекинул сомика. 7792. Серьезный соперник попался, да. Тяжело будет с ним бороться. Так, 7900, ну попробуем. 7889, ну еле-еле. Можно сказать, еле-еле. 3600, ну это мало. Даже не буду подсекать. О, 4111. Даже на 10 звезд проклюнул. 4111. Так, есть победа. Окей. Так, третий подряд пошел. Ну, еще, в принципе, кидать и кидать. Ну, поехали. Надеюсь, также, в принципе, легко и четвертый пойдет. 411, мой лучший результат пока есть на пятую приманку. Так, что у нас тут? Змееголов. Десять тысяч пятьсот. Ага, это еще даже 11 звезд. О, и даже на 4200 с первого заброса на 11 звезд. Отличненько. 4278. Ну, на пятую приманку это довольно-таки, ну, неплохой результат. Кстати, 6300 там змееголова потянул. Я думаю, навряд ли у меня уже перекидает, поэтому не буду тратить усилители. Окей, благодарочка. Оставим усилители на следующего соперника, на более сильного. Ну и поедем дальше. Я так понял, 4-4 подряд тоже вроде как бы успешно закрылась победа. Надеюсь, так дальше и пойдет.
Чего, ребята, и вам желаю, надеюсь. Также у вас по-быстренькому закроется серия поединков. Но она, кстати, не одна. Там еще с редкими, по-моему, надо будет тоже серию поединков закрыть. Так, есть 10 тысяч очков пролетело. Здесь что у нас тут? 9, 10. 4, 225 закрылось. Отлично. Так, почти добрался я до четвертой коробки. До пятой надо 160 тысяч. Ну, до пятой коробки еще, конечно, топить и топить. Кстати, здесь серебряный барбус по 3000 очей. Довольно-таки мало насыпают. И по здесь, ага, класса редкая. Так, и 5 поединков класса редкая на месте Гималай. На месте, непонятно, серия из 5 поединков класса редкая. И здесь серия из 5 поединков класса редкая. Странно как-то. Касатковый сом, бенгальский речной угорь, чешуйчатый осман. Ну хорошо, давайте бенгальского угря попробуем. Это редкая рыба, будем пробовать с редкой рыбой. Серия из 5 поединков. 7600 мы лучший результат. Давайте попробуем. Да, как раз этот серебряный барбус попадается. Заодно и там будет закрываться. Отлично. И здесь будет закрываться. 7500. Так, двенашечка у нас. Слабенькая, но двенашечка. А там в задании, по-моему, 7600 с копейками надо. Сейчас нам посмотреть будет. Ну, отличненько. Новую я на 11 звезд уже дернул. Это уже хорошо. Но все равно еще... закрывать и закрывать, как говорится. Еще кидать и кидать. Семь пятьсот. Ну, крупнее пока не хочет. Ладно, оставлю я усилители. Я так понял, он меня уже не перекинет. Навряд ли. Да, есть победа. Победа за обеих рыб, кстати. 7675 надо. Но я думаю, в принципе, это нормально. Непонятно, кстати, здесь они здесь сделали редкое и редкое. Ладно, будем угря искать на 7675. 7601 мой лучший результат. Кстати, что-то подзавис. Зависла игра, не могу выбрать ряд с редкой рыбой. Я сделал, и прилетает следующая награда. По 50 усилителей, 60 жетонов и 30 приманок. Еще 20 штук не хватает до 6 уровня. И, ну и также я понимаю... А, ну уже большой пакет удочек, отлично. Ну пускай удочки собираются, может еще на новую рыбу получится склепать. Перезагрузил игру, да, что-то подвыкинуло у меня. Так, есть четвертое место в вызов. С 11 звездочной на четвертом месте. Там ребята уже таскают хороших красавцев. Так, следующий вызов начался. Ну да, тут уже на пятую приманку я прокачался. Сейчас ребята будут уже ловить покрупнее карасят. Так, 120 тысяч есть. И до пятой коробки надо 160. Тогда я прокачаю на шестой уровень. Ну, будет тогда уже повеселее. Так, по поединкам. Лучший результат. Это понятно. Что у нас там по серии? Да, два поединка с редкой я взял. И касатковый сом 7900. Ну, это навряд ли. А вот речной угорь 7675. Я думаю, получится взять. Хотя, в принципе, может и касатковый сом залетит. Но надо будет уже пробовать. Там рыбацкая битва. Буду фармить, в принципе. И может повезет и выскочит что-нибудь путевое. 7675 надо будет попробовать, конечно, выловить как-то. Так, 7400. Усилителей маловато осталось, поэтому постараюсь поаккуратней. Но в любом случае серию из поединков надо закрывать. Ну, пускай будет 3700. Ну да, сонар 80 и от дерева 25. Сонар 105%. Поэтому как
показывает, так и будет. 3780, а вот 7675 надо будет еще поискать. 7300 7300 7300, потом уже пробовать другие редкие ловить. 7500. Ну, а кстати, здесь сонар от удочки 50%. Вот 7791. Ну, я дерево 25, и получается 75. Так, есть 7722. Там получается, я закрыл теперь задание на 7675. Буду пробовать теперь следующие редкие, что у нас там осталось по заданиям подвылавливать. Так, это получается у нас третья победа подряд. Да, здесь закрыл. Да, третья подряд. Что у нас там остается до пятой коробки? Да, еще, в принципе, прилично. Так, чешуйчатый осман. 7125. Ну, это вообще мелочь. Это будет легко. Собрано крючков 4500. Ага, можно прокачать на 10 уровень, но золотишко у меня, к сожалению, не осталось. Буду ловить на 9 приманку, но, в принципе, на 7, там сколько, 7100, по-моему, это вообще мелочевка. Я думаю, проблем не составит особых выловить османа этого. Да, это даже 11 звезд, даже не 12. Так, 7400 7500, я думаю, будет достаточно. Он что-то совсем на 2400 выловил, вообще мелочь какую-то потянул. Тико. Все соперники такие были, как этот Тико. Вообще было бы шикарно, чтобы даже не напрягаться. Так, ну и 12 османа. Все, отличненько. Я думаю, тоже достаточно будет для победы. Будем надеяться, следующий соперник для пятого поединка подряд будет такой же адекватный. Так, 4500, 2400. Он на голый кидается всем, поэтому отлично. Так, есть четвертый подряд. Отличненько. Так, здесь тоже все позакрывалось. Что у нас здесь? Касатковый сом за обеих рыб. Кстати, касатковый сом, это у нас что? Ага, это тоже редкая. Окей, за обеих рыб, значит, попробуем закрыть. Как раз остался последний пятый поединок. Надо закрыть серию из 5 поединков. Плюс за обеих рыб касатковый сом надо забрать. Так, 7712. Неплохо. И барбус 492. Тоже, думаю, довольно-таки неплохо. Скорее всего, тоже 11 звезд. Так, нет, хороший улов показываю. Значит, 10 звезд. Ну, тоже довольно-таки неплохой результат на пятую приманку. Плохо, конечно, что удочка не родная, но я надеюсь, будет чего выбрать у меня удочку. Но даже если будет чего выбрать, нету жемчуга, к сожалению, чтобы потом эту удочку как-то подкрутить. Ну, буду надеяться, что она как-то сама соберется, хотя бы там больше 3% перки будут. В принципе, потом будет даже таки довольно-таки неплохо. Я надеюсь, проскочу. Так, ну он вообще что-то ловить не собирается, отличненько. Серия из 5 поединков с редкой рыбой тоже благополучно закрылся. Так, касатковый забег рыб закрыто. 144 и 160. Ну, чуть-чуть совсем осталось до пятой коробки. И прокачаю на 6 уровень. Осталось у меня, да, касатковый сом 7975. Но это, конечно, крупнячок. Это довольно-таки не мелкая рыба. А, кстати, рыбацкая битва здесь еще 4000. Ну и за вызовы будут неплохо насыпать. Но я думаю, пятую коробку я сегодня точно заберу. Осталось еще, кстати, 2 поединка с барбусом на приманку. Так, так, так. 4375. Ну, давай еще 2 поединка с барбусом закрою.
Ну и в принципе все. Потом уже буду потихоньку мне рыбацкая битва добивать, потихоньку вызовы добирать. Ну и до пятой коробки кое-как, я надеюсь, доберусь. Как у вас там, ребята, с ивентом? Кстати, если вы обратили внимание, я вернул свой старый аккаунт, 243 уровень. С чем, ребята, меня можете поздравить. Теперь, конечно, играть будет гораздо веселее, потому что на мелком уровне, ну, вообще неинтересно было играть. Не тот интерес. Все-таки этот аккаунт уже больше 3 лет в игре, поэтому... Конечно, куда интереснее играть на этом аккаунте. Поэтому, ребята, я надеюсь, теперь видосы будут гораздо чаще выходить и гораздо интересней. Гораздо интереснее будет смотреть. 4000, ладно, пускай будет. Поэтому обязательно ставим лайки, обязательно пишем комментарий. Ну и обязательно подписываемся на канал, кто еще до сих пор этого не сделал. Так, есть. Ну, еще один поединок закрою. Ну, а там уже останется мелочевка. Буду потом добивать потихонечку мелочевочку. 4278. Лучший результат. Чуть-чуть не дотяну я до... рекорда, который нужен для по заданию. Кстати, там 6000 чей поднасыпят потом. Это довольно-таки неплохо. Да, поединки, кстати, сегодня довольно-таки легко идут. Вообще без проблем. Все бы так поединки закрывались, было бы шикарно. Так, 3500, 3500, 3600. Ну, рекорд не хочет пока залетать. Ну, в принципе, и так, как бы на пятую приманку довольно-таки неплохого хвоста потянул. Я уверен, на шестую приманку вообще пойдет повеселее. Там, возможно, уже и 12 звезд можно будет подсекнуть. Правда, удочка не родная, но я думаю, все равно возможно. Свыше 4000 ловлю, да, но не более. Пока по более не идет ничего. Но это пока временно. Пока не заберу пятую коробку. А до пятой коробки, в принципе, там осталось не так уж и много. Есть поединок закрыт. В принципе, здесь позакрывал, все позакрывал. Осталось только... Остались только рекорды. Ну, хотя бы 4375 еще потянуть бы, было бы хорошо. Так, 150 тысяч есть. Осталось 10 тысяч. Ну, я думаю, там рыбацкую битву добью. И по поединкам добью. Ну, касатковый сом 7975. Кстати, что вот у меня получим результатом касатковый сом? Что получается? А, 9-я прима. Ну, 7889 мы лучший результат. Ну, такое, не знаю, попробуем. А там как получится. Все, ребятки, все, рыбаки. Спасибо всем за просмотр. Обязательно прожимаем лайкосы, пишем комментарий, подписываемся на канал. Не забываем о 3 свободных местах в лучшем клане, в одном из лучших кланов в этой игре, в клане Днепряне. Еще раз покажу, напомню. Всех, у кого минимальный уровень свыше 150, как говорится, welcome. Вот название клана, тип клана. Пожалуйста, наблюдаем. Все, ребята, буду заканчивать. Ни хвоста всем, ни чешуи. Трофейных вам, ребята, уловов. И также легко и непринужденно, как у меня, желаю всем позакрывать серию поединков. Ну, надеюсь, завтра будет повеселее. Тоже встретимся с вами. Либо запишу видео, либо, может, проведу стрим. Если хотите стрим, пишите в комментариях. Если будет много комментариев про стрим, попробую сделать стрим. Все, всем спасибо. Всех благ, ребята. Мирного неба над головой. И пока-пока.